Добрый вечер, уважаемые телезрители. Телекомпания «Тонус» вновь в прямом эфире. И сегодня для встречи с вами к нам в студию приехал герой Советского Союза, председатель социал-патриотического движения «Держава» Александр Владимирович Рудской. Это третья наша встреча, я имею в виду телекомпанию «Тонус» и Александра Владимировича. Первая встреча была в 93-м году, в 95-м году. В 93-м мы были в Белом доме в те памятные тяжелые дни. В 95-м году были у вас дома. Но вот сегодня вы к нам приехали в гости. Бог любит Троицу, и я надеюсь, у телезрителей многие вопросы получат достойные ответы. А они могут задать свои вопросы по телефону 422-29. Напоминаю, 422-29. Ждем ваших вопросов. По традиции нашей передачи, Александр Владимирович, у меня, как у ведущего программы, есть вопрос к вам. Но прежде чем я его задам, я хотел бы, чтобы телезрители, и вы тоже в роли телезрителя сейчас, посмотрели сюжет, который мы подготовили перед нашей передачей. Thank you.